Сегодня во многих детских садах республики прозвучал последний звонок. Обычно маленьких выпускников ждали оригинальной праздничной программы, но в этом году из-за коронавируса утренники прошли в режиме онлайн. Чтобы этот праздник запомнился малышам, воспитатели и родители вместе создали интерактивное видео для выпускников, в котором рассказали о самых лучших моментах своего детсадовского детства. Пришел наш первый выпуск и май волшебник. Полюбуйтесь сами. Осыпал щедро нежную сирень лиловыми душистыми цветами. В уютном детском садике мы были словно дома. Любые уголочки нам были там знакомы. Нам здесь жилось так весело. Мы песни пели и играли. И даже не заметили, как большими стали. Различные конкурсы и фестивали, обучающие игры и спортивные состязания. Взрослые создали целую видеолетопись маленькой жизни. Конечно же, это волнительное и трогательное событие как для нас, для родителей, так и для детей. Жалко, что в этом году нам приходится выпускной встречать в таких условиях, но тем не менее мы не грустим. Каждый родитель очень ответственно подошел к этому событию. Мы подготовили с детьми видеообращение, видеоролики. И воспитатели у нас поддержали эту идею, собрали в один видеоролик самые ценные моменты, самые счастливые моменты из жизни детского сада. Конечно же, это будет сюрпризом как для родителей, так и для детей.